А теперь подробности. Непрофессионалы работать не должны. Губернатор края Владимир Владимиров потребовал уволить всех, кто причастен к задержке переселения из ветхого и аварийного жилья в Минераловодском районе. Об этой и других темах еженедельной планерки в правительстве региона Павел Яндовицкий. Люди, которые должны переехать в новые дома в поселке Анджиевском Минераловодского района, до сих пор не могут этого сделать. Есть недоделки и замечания к качеству работ. На минувшей неделе ситуацию обсуждали и общественники. В поселок прибыли представители ОНФ. Общий смысл встречи – местная власть сетует на подрядчиков, строители перекладывают вину на чиновников. Ситуация на контроле у губернатора Ставрополья. Сегодня он в жесткой форме потребовал навести порядок и решить вопрос. А те, кто допустил такое развитие ситуации, работать не должны, подчеркнул глава края. Неделя сроку. На понедельник, на следующей неделе я хочу понять фамилии и выводы, которые мы будем с этой ситуацией иметь. Еще одна непростая тема – новый закон о ветеранах труда Ставропольского края, который готовятся рассмотреть депутаты региональной думы. Сам документ вполне логичный. Его суть – присваивать новые почетные звания людям, работавшим именно на Ставрополье и имеющим награды. А для тех, кто, например, трудился за пределами края, есть всероссийский ветеранский статус. Здесь нужно четко и понятно заявить. У нас закон действующих ветеранов труда никого не отменяет. У нас как было их 109 тысяч, их столько же и останется. И никак он не отнесется на уменьшение ни выплат, ничего остального. А у нас сейчас уже слухи пошли, что вот ветеранов отменять, еще что-то отменяем. Ничего мы не отменяем. Мы сюда приходили для того, чтобы деньги забирать. Из позитивного ситуация в сельском хозяйстве. Сев озимых завершен, рассказал первый зампред краевого правительства Николай Великдань. Полностью закончили и уборку зерновых. Планы на рекорд оправдались. Ставрополье завершило уборку зерновых колосовых вместе с кукурузой и валовый сбор. В истории Ставрополя такого не было. Чуть-чуть перевалили за 9 миллионов тонн. Теперь главная задача аграриев – завершить уборку сахарной свеклы, следить за состоянием озимых. Также обсудили вопросы более широкого внедрения жидких комплексных удобрений. Практика показывает, их использование значительно повышает урожайность. Чтобы такие удобрения стали доступнее для сельхозпроизводителей, по всему краю создаются специальные логистические центры. Павел Яндовицкий, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.